There's the tap. Khabib Nurmagomedov, 28-0. Incredible. Absolutely incredible the way he dominates people in the grappling. Never seen anything like it. And a big hug for the UFC president, Dana White. Настин, хорошая работа, мужик. Да подождите. Они хотят футболками поменяться. Это подарок для тебя. Можешь продать ее и деньги направить на благотворительность. Спасибо, я ценю это. Все хорошо будет. Ты великий чемпион. Спасибо тебе. А я продам твою и отправлю тебе деньги. Тоже для твоего фонда. Спасибо большое. Я знал, что ты хороший парень. Я отдал все силы на это. Но ты все заслужил. Ты чемп, истинный чемпион. Ты самый уважаемый боец для меня и для моей семьи. And still the undisputed UFC lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov! Прости, мужик, ты просто потерял концентрацию. Он просто доминировал надо мной. Я намного лучше этого. Я хочу поблагодарить своего отца. В ММА главное уважение. ММА не строится на трэш-токинге. Именно это мы показали с Дастином Порье и его великой командой. Все в порядке, чемп. Я просто подвел сам себя, я усердно готовился к бою. И теперь я буду вынужден просыпаться и смотреть на себя в зеркало, зная результат, и трудности прошлого научили меня, что в хорошие времена надо быть благодарным, а в тяжелые сохранять достоинство. Так что я вернусь домой, побуду с семьей. У меня был долгий путь, я горжусь всем, чего я достиг в карьере. У меня еще много пороха в пороховницах. Но сейчас мне нужно время, чтобы обо всем подумать. Ну а что сегодня произошло? Хабиб доказал, что он является лучшим в мире, и он движется к тому, чтобы стать лучшим паунд-фо-паунд бойцом всех времен. Он доказал это. Он одолел человека, который победил 4 чемпионов мира. Дастин очень жесткий оппонент, и он был готов. Прости, Джоли, прости меня. Ты чего? Все хорошо. Но вы сами видели, насколько хорош Хабиб. И самое главное, он продолжает расти. Если кто-то думает, что сейчас мы видели его на пике возможностей, не-а, в следующий раз он будет сильнее. Победами мы строим свое наследие, знаете. Возможно, на следующей неделе я стану первым номером Pound for Pound в мире. И это невероятно. Из ниоткуда, из гор Дагестана, я пришел сюда и просто все это от Всевышнего. Когда отец рядом, я всегда беру новый пояс. Все прекрасно.